Знаешь, опасность придает вкус нашей жизни. И иногда нужно рисковать, сынок. Иначе жизнь просто дешевка. Особо так нет. Да. Средний знак. Нажал кнопку. Так, держи. Все, пойдем. Здравствуйте, я слышу вас. Езжай. В смысле езжай? Спектр, вы куда пошли? Вы же остановили меня. Я остановил. Как это остановили? Видно же. Доброй ночи. Здравствуйте. Это у вас спрашивают, не облако. Зачем нас не едете? Сильнее? Вот машина. Ну, она пообщаться его хочет. Пусть подойдет, да пообщается. Что, бегать, что ли, не должен? Идем сюда, не стесняйся. Эй, ну так мне просрочно. Я вам не эй. А мы контейнер. Ладно, эй, опять. Кем вам махать, если махать смысл? Пойдем, ну. Давай, его карточка на слово. Я? Его карточка. По процедуре, инспектор, давайте туда. Понимаю. Машину называть наша страна, правильно? Все, вызывайте вокруг, видите, можно забирать. Люди не имеют смены ракет, пойдите. У него права прослушать, как он поедет. У него права прослушать, как он поедет. Ну, он, как он поедет? Не поедет, он по его машине. Он заявляет свою машину другим людям. Я? Не гражданин? Как его завершать? Ты препятствуешь? Я не препятствую, я вам сказал, я советую. Я вам так и взвод. Оттуда снимать. Я где хотел снимать. Давайте снимать вопросы. Я вам помогаю даже, ну, без вопросов, я конструирую. Хорошо. Вот, Получается, превысили полномочия, да, свои, товарищ спектр? Все, вызывайте его к нам. Сахар почем, эвакуатор. Слишком. Макулами спи, эвакуатор.
Вы зайдали брать, откнуть чок, погодишь посточный. Ну посточный, они не сами сказали. Давай, машины. Посточный, как он дается? Че ли, да, байке, байке. Че ли, документы берегись, брат? Мен орлы адамға бәлін салып кетті, дөнеп жүрген жоқ. Берегись, ол жұмышын бұлайын. Не улыбайтесь. Нет, нет. Я не знаю, город Джумушкин. Город Джумушкин. Да ладно, мы хорошо, мы промолчим. Но он нас просто остановил, мы же не сами остановились. Вот. О, здрасте! Вы с нами, да? Я приехала. Классно, давайте на две камеры будем снимать. А то у нас скоро аккумулятор сядет как раз на ваш потом. Что случилось? Нас остановили. Говорят, что не останавливали. А когда вас остановили? Только что. Ну, вы успели за это время приехать. Нет, ну просто мы ехали вот сейчас. Ну, 10 нас. Ну, 5 максимум. Чего ждем? Чего? Остановил нас узнать причину хотя бы. Зачем остановил? Он говорит, не останавливал, да. У нас на регистраторе записано все. Ага. Вас всех троих остановили? Ну вот, мы в машине сидели. В одной машине. Угу. А вы можно узнать откуда? Информагентство «Радар». А, отлично. Вы на нас подписаны? Да. Классно. Мы с вами переписывались. Давайте селфи. Что, у вас телефон? Да, да, телефон. Так лучше свет идет. Водителя мне просрочные права. Он поедет на машине. Как не имеет права машины? Мне просрочные права. Нарушается закон на наших глазах. Вот смотри, инспектор. Куда? А, убегает уже, видите, как сразу быстренько. Они вас, смотрите. Остановку за... Инспектор, куда уходите? Ну, интересно, ты остановили, ну, давай, видите, там. Куда поехали? Остановку разберите, вы же остановили. Вы же нас остановили, инспектор. Да, вы хотите. Давай, инспектор. Смотри, закрылся, смотри. Вообще, вы нормально, нет? Брат, машина, осторожней сзади, машина. Братан, я тебя не понял, что ты говоришь. Говорю. Не дайте его. Постояли, держите, а дело поменять. Сюда, выйдите. Давай, инспектор. Смотри, закрылся, смотри. Вообще, вы нормально, нет? Давай, инспектор. Машина, осторожней сзади. Там машина сзади. Удостоверение предъявите, развернутое видео. Что он говорит? Так, Би 190... Не, 181, конечно, да, 181. Братан, заглуши машину, лучше заглуши. Заглуши. Заглуши машину. Ты не уедешь, заглуши. Выходите из машины, товарищ инспектор. Выходите из машины, мы никуда не пойдем. Я гражданин, я обращаюсь к тебе, требую ваше удостоверение. Не разбирай, вообще нас стоит это. Со стороны наблюдать это хорошо, не препятствует. Как ему взять препятствие? Нас остановили. Хорошо. Нас остановили, нас задели наши права. Завтра, зал опять отвечу. Я хочу сейчас, зачем завтра? Это данные, да? Мы сейчас сотрудников внутренних расследований вызовем. Ну спроси у него. Ну вот я спрашиваю, он меня. Он не предъявляет ничего. Удостоверение назовем в виде. Удостоверение. Дам его, чтобы он удостоверение взял. Здесь ким сись? Гражданин нет. Здесь ким сись? Гражданин. Макс, сюда подойди, он тебе пусть предъявит. Удостоверение мне. Вот водитель. Да. Поставь, лишний предъявитель. Да, да, не в камеру, не в камеру. Не понимаете. Я водитель. Вот прапорщик милиции Ачбаев. Советбек, да. Очень приятно. Пусть причину назовет. Причина назовет. Пускай причину назовет. Нет, причина остановки.
ночной рейд сейчас. Какой рейд? Он что мне сказал? В смысле ночной рейд? Ночью сейчас проверяют. Пусть туда проверяют, а что он не проверяет? А вы кто? Вы тоже сотрудник? Вы тоже сотрудник? Нет, я проезжий, меня тоже. Проезжий? А вы откуда знаете про рейд? Меня же проверили. А что нас не проверяют? А что вас остановили? Вот, мы там тоже интересно, что нас остановили. Интересно. Ну вот опять убегают. Номера не горят, пар. Болот. Болот Ибрагимов, да? Ага. Можно с фото с тобой? Не, нельзя. Давай, давай. Не, просто мой друг. Не-не, нельзя, нельзя. Давай с фото. Да не, нельзя. Эй, Болот. Да, пошло. Не, незаконно действие. Он остановил человека, да? Ну, ступит вот с тобой. Эй, Болот. Что, он остановил? Сейчас, сейчас, подожди. Человек остановил, значит, незаконно. Эй, Болот, оу. Дай сфотаемся. Да не хочу я с тобой фотаться. Да не хочу я с тобой фотографироваться. Ты за ментом ставишься, если что с тобой фотаться. Ой, блядь, как он ментина. Эй, Болот, где сзади сфоткать? Я же говорю, я с тобой не хочу фотографироваться. Газы книжные. Они это не выполняют, и вот нет просто вещи за внутри какой-то. Нет, не нравится, как они приняты. Я сам, да, просто человек вспыльчивый, и... Я стараюсь, но спокойно сразу вообще общаться. Не поведение, это в порядке. Просто он не знает, какие внутри меня кипиточные, как они себя как будут. А они вас остановили? Может, надо, сразу вас просто подъезжайте, мы вас не останавливаем. Как я сказал, остановите, мы вас не останавливаем. Да? Нам наша цель показать обществу, какая на самом истинное лицо нашей патрульной милиции. Как они работают, как их знания, как они вообще служат нам, народу. Служат ли вообще народу, это вопрос вообще, потому что служат ли нам они или служат своим карманам. То есть показать обществу истинное лицо их, как они служат народу. А не кажется ли вам то, что народ сами провоцируется? Нет. Да, не открывается. Нет. Я закон не переступал, я вообще, то есть, веду себя, держусь в рамках закона, не нарушаю правила дорожного движения, какие-то другие нормативные правила акты, и вот я не нарушаю закон. Нам на джанда трактор тоже. Не было. Как сейчас как лишнее? Не было. Ну я не хочу. Че он там говорит, твой друг? Рус, да, говорит? Рус всех знает. Ты знаешь, что это разыгание национальной розни? Ну, знаем, в Инстаграме он... Ты скажи своему другу. Что сказать? То, что нельзя урусами называть людей. Не, урус-то, у меня трус подойдет мне. Ну так, нельзя, я тебе еще раз говорю. Нет, тут это, расизма нету? Ну как нету? Все как есть, да? Ну как нету? Мне урус-то, русский пацан. Они могут выявить, может, человеку выявили, что он не пьяный.